Конечно, интернет – большое подспорье для наших инакомыслящих. Я тоже инакомыслящий, но я не вступаю ни в какие партии. Ни в инакомыслящие, ни в правильномыслящие. Во-первых, мне отец завещал никогда не быть ни в одной партии. Он не был коммунистом, и я не вступал в коммунистическую партию. Когда ко мне, поскольку я был режиссером студенческого театра, пристали, мол, немедленно вступай в партию, надо было как-то со мной совладать. Я сказал, извините, я верю в Бога, сказал я, и от меня отстали навсегда, просто шарахнулись, как от пожара, а не просто от огня, и больше никто не трогал. Я и до сих пор не примыкаю никому. Сначала об инакомыслящих, а потом о себе любимом. Тогда будет понятно точно, что я имею в виду, о чем я хочу сказать. Мне не нравятся сегодня инакомыслящие. Да, мне не нравится то, что делает наша власть. А инакомыслящие мне вот почему не нравятся. Потому что они используют гнев народа, а вектора этому гневу не дают. Если ты собираешься улучшать общество, начни с себя. Это вообще сказал Герцен. А я не вижу, чтобы они с себя начали. Если бы я захотел улучшать общество, во-первых, я бы стал учить общество тому, что сам умею делать. И сам попытался стать лучше. Второе. Я бы сказал, друзья мои, нужна программа, за которую мы боремся. Хватит бороться против. Когда борются против, всегда кровище. Это у нас еще пока сдержано. Мы столько кровищи наглотались за последние 200 лет, что мы уже так немножко сдерживаемся, но у нас есть тормоза. А где ваша программа? Вы что хотите? Вы говорите, власть сменить, честные выборы? Какие честные выборы могут быть в стране, где 90% народа ворует? На площади идут те, кто тоже подворовывает, кто не платит налоги, кто ворует лес, нефть, уголь, имеет левые заработки с разных корпоративов. Да и что, перечислять? Каждый сам знает, где воруют. Марк Твен говорил, рабочий ворует на заводе пассатижи, а депутат железную дорогу. Вот так. Просто уровень воровства разный. И какие честные выборы из тех, кто ворует? Как сделать экономику не воровской? Вот вы мне ответьте на этот вопрос, дорогие бастующие. Болотная площадь. Вы мне сочините, как вы хотите Министерство образования сделать другим. Я встречался с чиновниками Министерства образования. Ведь я же не просто критикую, я их поношу уже в течение 3 лет за то, что они делают. Они мне позвонили. Меня это тронуло. Вы нас критикуете. Мы хотим с вами встретиться. Говорю, вверх, я не критикую, а поношу. И тем не менее, они встретились. Я им стал рассказывать о наших букварях, которые существовали. Они не знали, что А, Б, В, Г, Д – это алфавит, а «Аз Бога ведаю, глаголю добро есть жизнь» – это азбука. Они не знали, что означают наши буквы. Они не знают, какие учебники сегодня выпускаются в разных губерниях. Они не контролируют это. Я с ними разговаривал. Они безграмотно говорят по-русски. Некоторые из них, не все. Но когда мне чиновник Министерства образования сказал на мое день рождения, а другой сказал, я извиняюсь, когда говорит простой человек, я извиняюсь, я понимаю, что он не понимает, что он извинил сейчас сам себя. Извиняюсь я, это извиняешь сам себя. Значит, можешь дать в морду любому, я уже сам себя извинил. Но день рождения не оно, а он. Это день. Так же, как кофе не оно, это он. Но не могут запомнить, что кофе – это оно, наши правители. И с подачи сегодняшнего Министерства образования меняют правила русского языка. Теперь можно говорить «оно». Ну, тот кофе, что делается в большинстве мест, это «оно», конечно, это не он. Но если кофе «оно», то и Фурсенко тоже «оно». Я это говорил много раз со сцены. Ну и что? 4,5 часа мы с ними разговаривали, с министерством, с чиновниками. Им понравилась моя точка зрения, но они ничего не могут сделать. Я им говорю, учить надо не уму. Вы не понимаете, славян надо учить уму-разуму. Это выражение есть только на русском языке. Разум и ум – разные понятия. Ум – это память. Нафаршировал свою память – ты умный. А разум – как распорядиться умом, чтобы стать счастливым в жизни и принести пользу людям. Вот почему в русском языке есть понятие разума и ума. Причем, как вы видите, от одной корневой основы. А такой игры слов ни в одном другом языке между разумом и умом не существует. Говоря образно, образование от слова «образ». Люди переходят в менеджеры, мечтают стать менеджерами, становятся стандартно мыслящими, форматно мыслящими. И что теряют? Образ, образование.
Они пытаются оцифровать все. Жизнь и природу нельзя оцифровать. Можно оцифровать телевидение, интернет, инструменты цифруются, а чувства нет. Если любовь оцифровать, это получается секс. Секс – это оцифрованная любовь. Любовь – это чувство, а секс – это почти бизнес. Пойдем заниматься сексом. Окей. Это предложение и согласие на это предложение. А русское слово «миловаться», «любить». Любовь, если расшифровать с азбукой нашей русской, подставить под буквы значение образов из нашей азбуки, получается, люди Бога ведают. Как можно терять эти знания? Ум – это машина. Феррари, Бентли. Такой ум, такой. Умно сделаны. А разум – это водитель машин. Сегодня мы живем в обществе, которое хочет развиваться, развивать ум. Это легко. Гораздо сложнее развивать разум. Вот поэтому я и говорю. Вы почему все время про бизнес говорите? Бизнес – это развивает ум, а разум не развивает. Мы прошли испытания социализмом. Из социализма вынырнуло много порядочных людей. Я их очень много знаю. Сегодня испытания гораздо более серьезные. Капитализмом. Боюсь, из капитализма так много порядочных людей уже не вынырнет. Капитализм человека очень быстро скручивает и заставляет его верить в минусовые маячки, обозначив эти минусовые маячки плюсовыми. Капитализм меняет знаки плюс и минус местами. Это ребрендинг божественного на бесовщину. Да, многие уже понимают то, что я говорю, и спрашивают у меня совета. Более того, через интернет. Я считаю, что моя польза будет больше, от меня будет больше пользы, если я не на Болотной буду кричать «Долой власть!». Я, может, и буду кричать, если мне кто-то скажет, вот моя программа, она мне понравится, и скажет, иди со мной, я скажу, мне нравится твоя программа, пошли вместе. Тогда я буду. Мне кажется, сейчас моя задача успеть повлиять на то, чтобы у нас в России сложился другой взгляд на жизнь. Не бизнес-идеал, бизнес-инструмент, как и... Бизнес вообще означает дело, это не значит торговлю. В советское время бизнесменов мы называли спекулянты, что вообще было гораздо точнее. Это сегодня толерантный. Толерантный – это лицемерный. И когда хвалят другого человека, говорят, ты толерантный, вообще, честно говоря, для меня это оскорбление. Поэтому я большую часть сегодня своего времени посвящаю истории и русскому языку, потому что Россия. Чем Россия богата? Это своим прошлым, в котором было много недостатков, но было много доблести. Второе – своей землей, а третье – своим языком.